увидела у сына в учебнике просто стихотворение и подумала, какое хорошее стихотворение. Вот это мой сын, это мой муж, кстати, вот сидят тут. Прошу не бить жалобы. Прошу не бить жалобы, это моя группа поддержки. Вот, и так как я работаю в музыкальной школе педагогом, я подумала, ну, это точно нужно сочинить детям, вот, чтобы они пели. Вот, и хорами какое-то время руководила. Так что вот, такая песенка забавная. Ветер в наш лес эту песню донес, песню пролаял охотничий пес. Волк эту песню провыл в опушке, громко проквакали песню лягушки. Бык эту песню как мог промычал, рысь промурлыкала, сом промолчал. Филин прогукал, уж прошипел,